Предстоящие выборы депутатов Народных Урал парламент Калмыкии должны пройти максимально прозрачными и свободными. С таким заявлением выступили члены Общественной палаты Калмыкии в ходе брифинга в РИА Калмыкия. Руководитель общественников Батыр Мучаев сообщил, что в сентябре на выборах будут участвовать 7 партий. Со своей стороны, Общественная палата готовит наблюдателей. Некоторые уже прошли обучение в Ростове-на-Дону. В скором времени они будут делиться с полученными знаниями с наблюдателями, которые будут работать в районах республики. Также в Калмыкии создана рабочая группа экспертов, которая следит за соблюдением избирательного процесса. Они уже приняли участие в работе на стадии выдвижения кандидатов. По словам декана факультета управления и права КалМГУ Виктории Ромадиковой, на сегодня никаких замечаний или нарушений в ходе подготовки к выборам не наблюдается. По одномандатным округам, к сожалению, не было зарегистрировано ни одного кандидата самовыдвиженца. Вот. Я просто, честно говоря, немножко в недоумении, почему какая-то пассивность, потому что, в принципе, все условия были созданы для того, чтобы человек, который, допустим, не состоит в какой-то партии, да, и у которого, допустим, есть желание выдвинуться самому, можно было вполне по силам собрать необходимые подписи для поддержки своего выдвижения, но почему-то вот до регистрации никто не дошел. Республика Калмыкия в лице Общественной палаты активно в этом деле участвует. Мы в этом году создали штаб, активно развиваем этот штаб. И, соответственно, те эксперты, которые отобраны в этот штаб, представлены в этом штабе, являются экспертами не только в своей области, профессиональной области, но и имеют большой профессиональный стаж, либо жизненный опыт именно в части избирательного права, избирательного процесса и хорошо знакомы с избирательными технологиями, которые на сегодняшний день проходят.